Научные и спортивные достижения, народные промыслы, важные события советской жизни. Обо всем этом можно узнать, лишь рассмотрев старые новогодние открытки. В галерее имени Горшина открыли выставку карточек 50-х-90-х годов 20 века. Всего 400 предметов. Чем интересны советские открытки? Что в них отразилась вся жизнь советского человека. Полетел человек в космос, пожалуйста, у нас теперь уже Дед Мороз не едет на чем-то там, он уже летит на ракете, елка на ракете. И мы видим мальчишку, который разносит поздравления уже в скафандре. Каждое достижение народа в науке, политике и общественной жизни запечатлено. Появившийся только в 1937 году Дед Мороз изменялся вместе с жителями. Вот он смотрит на сварку, работает на ЭВМ и тестирует первые телевизоры. Открытки из фондов галереи, а частные коллекционеры предоставили советские новогодние игрушки. Например, вот этот чайник родом из 40-х. С каждым годом игрушка вообще упрощалась. Да? Стали много изготавливать новогодних игрушек. А чем более ранняя игрушка, тем она сложнее по своей конструкции. Ну попробуйте вот такой вот носик, да, а еще его и сохранить. Выставка продлится до 7 февраля. Увидеть красочную экспозицию можно в Химкинской галерее имени Горшина.